на данный момент там есть конфликтная ситуация, значит, как подрядчик, который, значит, получает сейчас уведомление в расторжении в одностороннем порядке от администрации ПВО РУКСА, они там стараются чего-то выполнить, какие-то еще объемы, может быть, ну, в принципе, у них не хватает ни техники, ни людей для того, чтобы что-то серьезное выполнить. И, в принципе, они отбивают территорию эту, никого туда не пускают, хотя это муниципальная территория. Значит, договор сейчас находится в стадии расторжения, то есть окончательный срок расторжения – это 10 ноября. Что же касается того, тех людей, которые там также выполняют работы, значит, они, у них заключен договор с фирмой МУП «Жилсервис Кэш», нашей организации городской, на снос и зеленых насаждений, которые прошли там определенную процедуру оценки специалистами и определились под снос. Значит, эти работы также, они частично параллельно идут с благоустройством территории данного сквера, поэтому, возможно, и вызывают какие-то опасения у подрядчика, у ЛУКСА, о том, что это организация, которая пришла их заменить. Вот. Но на данный момент на предприятии, которое сейчас как раз и занимается тем же сносом зеленых насаждений, документация отправлена в город Симферополь для определения их как единым исполнителем по контракту по второй очереди улицы Ленина, которая также находится на этой территории. То есть у нас там на улице Ленина было заключено с УЛУКСАРом изначально два контракта, на первую и на вторую очередь. Ко второй очереди УЛУКСАР даже не приступила. При этом мы заключили с ними, в принципе, двустороннее соглашение о расторжении. Для чего? Для того, чтобы найти организацию, которая сможет, которая физически сможет освоить вот эти работы и выполнить их до конца года. Мы хотим, чтобы жители города Керчи наши 1 января встречали, там, 31 декабря встречали на нормальной площади, без вот этих вот сеток, без вот этих заборов, которым, в принципе, наверное, очень сильно причастен ООО «Лукса». Потому что огромное было количество времени для того, чтобы все в срок выполнить. Но, как видите, на данный момент ситуация, которая там есть, ничего там нет еще до сих пор. Вот такая ситуация.